В Киеве 3 фирмы, в Харькове 1 или 2, Таганрог уже отпал. На сегодняшний день, ну, не скромно сказать, в России мы одни, но есть там Самара, допустим, пытается. Самара и все так вот, а все остальное Украина. Вот, а в Самаре кто делает? Можете название Самара? Сказать? Это контора называлась Авиаспектр, по-моему. И вот они именно винты делают, да? Да. Пытаются делать. Ну и хвалят их винты. Тоже. А они как полые делают? Или не другой немножко принцип? Всякие разные. Я ну, ни принцип, разу. Принцип тоже, да, пустотелый. Поломанных не видел. Они недавно совершенно, вот года два, наверное. Года два. А вы сколько? 26. 25. Татарстан. И Башкирия. Ну, по России. По России. Хорошо. То есть, а вы тогда начали делать в рамках клуба, да, вести производство? Тогда в рамках клуба, так, другу, товарищу, знакомому. Ну, вот так вот. Вдвоем Шамиль. Ну, на подмоге кто-то там еще бывал по клубу. Ну, а вот уже четверть века вот мы в этой теме, в этом соку, и по сей день не жалко. Получается, это тогда для вас было такой некой коммерческой составляющей вашего клуба, да? Нет, мы об этом даже как-то в те годы, в советские времена, как-то, никак. Друг товарищ, у него вин сломался. Ну, мы и сами-то в четыре руки не могли бы, так сказать, при всем желании. Но тогда еще было рано заявляться, что вот у нас супер-пупер винты, потому что первые винты, они были не самые на сегодняшний день надежные. Они ломались иногда, слава богу, обходилось без жертв, как вот чуть ли не через раз в неделю тут там упал, тут упал, тут упал. Но мы вот к нашему изделию отнеслись, ну, типа вот, не дай бог, еще должно быть вот от и до рассчитано, испытано, продумано. И вот сегодня мы именно таким образом работаем. Ваш первый винт разработали вы или, может быть, с тобой, с товарищем? Ну, там еще, там, с товарищами, ну, скажем так, его сначала аэродинамику нужно посчитать, а это не каждый умеет. А у нас были ребята, которые это делали. Ну и по сей день мы сами, немножко, но аэродинамикой не занимаемся. Это настолько непростое дело, посчитать аэродинамику винта. По сей день единицы людей в России это умеют делать. И вот там был один вопросик, серийные или по конфигурации заказчика. Отчасти ответ на вопрос. Да, у нас есть целая линейка серийных винтов, а мы даже в сайте забили строчку. Если кто-то хочет что-то, нечто другое, то пожалуйста. Дайте нам, ну, сейчас это называется мат-модель вашей теории. Ну и при условии некой серийности, ну, обещания изготовить, а вернее купить энное количество винтов, то мы идем навстречу, мы конкретным винтом занимаемся, не серийным.